защитника. Вот тут дальше играет Певцакин. И в итоге Певцакин бросает и забивает. Вот это да! Какой бросок опытнейшего Никиты Певцакина. Забрасывают свою вторую шайбу в этом сезоне. Так, может быть, чуть-чуть на противоходе поймал он еще и Юлиаса Гудочика. Очки оказалось Алексеев, Сергеев. А вот тут можно попробовать. Шалунов 1-0. Куска знакомится с пушкой Максима Шалунова. Может быть, он и не знал про существование такого хоккеиста. Может быть, ему о нем рассказывали. Но вот он, товар лицов. Волк. Так, вас там. Бросок Эберта и 2-0. Ну, пожалуйста, два реализованных большинства из трех. Эберта партнера поздравляют. Разыграли шайбу внизу, подняли ее наверх. На защитника, который накатился, бросил и насквозь прошил Джереми Смита. Бывальцев, Бурдасов. Вот бросок и вот гол Антона Бурдасова. По сути, это все Бурдасов, все Антон самостоятельно. Да, понятно, надо было доставить еще до него шайбу. Но тут такой бросок, ну просто такая вылетает пуля. Еще одна попытка от Муранова. Он все-таки делает это. Ну, наконец-то она зашла. Да, вот сначала было вбрасывание, он бросал, выручил Калнинч, но в этот раз латвийский вратарь не справился с броском нападающего «Динамо». Так что формат 4-4 Коротков смещается чуть вперед. Передача, бросок и шайба в воротах. 1-0 в пользу Сибири. Молниеносно разыграли выигранное вбрасывание сибиряки. И шайба оказалась в ворот. Бросок сходу. И Пастухов становится автором этой заброшенной шайбы. Практически все зависит. Поменяется игра или не поменяется? Так, 4 в 2. Вот, 3-0. Не отдавал. Я даже так хотел задаться вопросом, почему не отдает. Ведь возможность для паса уже вроде как упустил, но прицелился и попал. В дальний-то попал, даже не в ближний, а в дальний. Успешно автомобилист активно обороняется. Ну, это Чмелев. Гол! Науменков! Ничего себе! Опять защитники забивают за Салават Юлаев. Бросок классный гол. Бросок крутой. Передача и от всей души. И здесь Мацен с этим броском не справился. Как раз таки встает живой вопрос. Хэммонд действует очень уверенно. Дальние броски так вообще без вопросов. Помеху создавать на пятаке надо. Вот он гол. Вот он гол. Дальний бросок. То, о чем ты сейчас говорил. И первая пропущенная шайба Эндрю Хэммонда. Шакир Мухаммадуллин на синей линии. Он здорово зарядил. В последних матчах сибиряки не забивали и не пропускали в большинстве и меньшинстве. А вообще у них восьмой показатель реализации, который улучшается после этого сумасшедшего броска Мёрфи. Он пронзает Демченко, да и сетку, наверное, пронзил бы, будь она чуть менее прочной.